Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Успех в шоу-бизнесе пришел к артисту после исполнения песни, которая состоит всего из 4 предложений. Клип мгновенно набрал сотни тысяч просмотров в сети, хотя над словами долго думать не пришлось, говорит артист. Хотелось чего-нибудь креативного, и вот что получилось. Незамысловатые слова песни подхватили все пользователи интернета. Но это не предел творчества Кентала. Парень стал знаменитым благодаря победе на шоу X-Factor. Сегодня его песни в ротациях радиостанции Казахстана. Сам артист уверяет, что в прошлом даже и не думал стать известным шоуменом. В детстве начал петь детские песни, участвовал там на различных конкурсах, вот, но никогда профессионально не занимался. У меня до сих пор нет музыкального образования. Вот. И, ну, вы знаете, я родился таким, и по-другому, наверное, не получится. Это я! Это я! Ну что ж, друзья, добрый вечер. Давайте поаплодируем мне, самому лучшему певцу на свете. Сегодня Кентал – успешный артист и шоумен. Сам пишет слова и музыку. Говорит, что главное – донести до слушателей великое чувство под названием любовь. В Шымкенте Кентал выступает впервые, о городе артист говорит с особым восхищением. А вот в качестве гостя на шымкентской свадьбе ему уже довелось присутствовать. Первый раз, когда я приехал в Шымкент, это получилось, что я приехал не как артист выступать по заказу, а приехал в качестве гостя. Ну и так получилось, а я гостина, короче, ворн джоб, она умна, и бас кудалармен отру. И вы сами знаете, что бас кудалармен – это самое, оказывается, интересное. Я вот в горячую точку в Афганистан попал. Подошла ко мне девушка, зазвучала медленная песня, она подходит вот так ко мне и говорит: «Так меня еще никогда не кадрила девушка». Она подходит и говорит: «Шымкент қаламызға бірінші рет келіп қалыпсыз, сізді биге шақырмасаң болмайды». И я просто вот со стула вот так скатился и все, пошел танцевать. Поэтому я уехал с этого города с большой любовью, с большим восхищением, поэтому большой вам низкий поклон, аплодисменты этому прекрасному солнечному теплому городу. Кентал выбрал в шоу-бизнесе свой образ. Образ мачо и любимчика всех представительниц женского пола. Своеобразный Николай Басков, называют его коллеги по цеху. Но с таким сравнением артист не согласен. В жизни Кентал довольно скромный, что присуще не каждому представителю творческой профессии. Политику не думаете пойти? В политику, вы знаете, вот сейчас в последнее время у нас вот коллеги некие баллотируются. В плане агит, скажем так, мероприятий у меня большой опыт. Я сторонник того, чтобы человек занимался каждый своим делом. Вот, да. Но я был хорошим дебатером в школьные годы, занимал призовые места на республиканских съездах. Вот. И я думаю, что в будущем, да, когда будет очень много песен, когда слава меня будет разъедать, фанаты, шампанское, лимузины, тогда я станет скучно, и я пойду в политику. Там веселее. О боже, если б знала, как свела меня с ума, да леда, скажи мне да, да леда. Искал себя.
навсегда такую, как ты. Есть половина казахстанского шоу-бизнеса, которая выпускает песни на уровне 90-х, именно на постсоветском пространстве, той музыки, которая прогрессировала в 90-е годы. Вот, своего рода это шансон, но на казахском языке. Кого такой. Ну, я не буду говорить кого. Мне не нравятся частушки. И для меня, допустим, музыка, она совсем настоящая музыка. Имеет некий другой образ. Смотрите, национальная пятерка. Примерно, да? Вот объявили премию национальная пятерка. Первых три места из казахстанского шоу-бизнеса. Вот вы бы команда. Национальная пятерка хороших настоящих музыкантов. Или вот просто популярно известных. Хороших музыкантов, которые вам нравятся. Хорошо. В пятерку я бы воткнул, отметил бы Дильназ Ахмадиеву, Жанар Дугалову, Айкына, Нуржана Керменбаева. И если не меня, то ну, видимо, пусть это останется загадкой, да. Она. Она. Да. Она. Пятая – это она. Для шымкентской публики Кентал исполнил кавер-версии известных хитов и новые произведения собственного сочинения. Сейчас у Кентала начинается сложный, как и для всех артистов, период. Начинаются гастроли по городам Казахстана. И уже после Кентал планирует сняться в кино, написать несколько вирусных хитов. И главная цель – стать любимым и востребованным артистом казахстанского шоу-бизнеса и не только.